Всем привет! Ну вот у меня в основном аквариуме сейчас гуппи тоже родили мальков. Я этого, правда, сразу не заметил. Сегодня как раз вот когда рыбок кормил Артемией замороженной, я обычно фильтр выключаю в это время, потому что корм мелкий, он по всему аквариуму разлетается, фильтр его засасывает. Вот, и как раз этот мелкий корм очень любят мальки у меня во втором аквариуме, где гуппи эндлера живут они. Как раз таки очень хорошо питаются именно этим кормом. И тут вот на этот корм вылезли несколько мальков. Это в основном аквариум у меня в 45 литров тут. Гупешек здесь было несколько беременных, и вот, видимо, одна из них родила. Сначала я насчитал 4 малька, потом еще увидел парочку. Может быть, где-то в траве прячутся еще, я думаю, их может быть и больше. Мальки крупные, хорошие, довольно активные, родились они, скорее всего, вчера. Вот вообще крупные самки гуппи рожают уже таких хороших сформировавшихся мальков. У них намного больше шансов на выживание, чем у мелких. Так что посмотрим. У меня тут еще сейчас беременных где-то 3 или 4 самки крупных. Так что скоро будет еще пополнение. Интересно, конечно, какого они будут цвета. Тут у меня смесь из разных гупешек, разные виды. Так что посмотрим, что получится из этого. А мальки в основном сейчас, конечно, прячутся в зарослях. Так вот. Ну, я думаю, через пару недель, наверное, через 2-3 недельки они подрастут и будет уже более-менее понятно по окраске. Ну что, будем смотреть. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Будет скоро много интересной информации по аквариумистике. Так что до новых встреч.